Всем привет! С вами Азбука от Семантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое бизнес-аккаунт в Instagram. Бизнес-аккаунт в Instagram – это профиль с расширенными возможностями для ведения странички бренда в социальной сети. Обычные профили в Инстаграме – личные. Человек ведет аккаунт, и все подписчики знают, что там. Фотографии из его личной жизни, где он был на отдыхе, что ел, с какими людьми встречался и так далее. Бизнес-аккаунт предназначен для продвижения в сети бренда. Такой тип аккаунта имеет шире функционал, и любой пользователь знает, что это не просто чей-то профиль, это страничка компании. Перевести аккаунт в бизнес-режим возможно, если у вас есть страница фирмы на Facebook. Создайте страницу компании Facebook. Запустите Instagram и в меню параметров нажмите на вкладку «Переключиться на профиль компании». Авторизуйтесь в Facebook и дайте Instagram возможность управлять вашими страницами в этой социальной сети. Выберите, какой именно странице должен быть привязан новый аккаунт. Вся информация о нем будет скопирована и доступна для редактирования. Последний шаг – это укажите контактные данные, которые будут открыты всем будущим клиентам. Телефон, почту и адрес. На этом процедура создания аккаунта завершена. Как видите, в ней не оказалось ничего сложного. Социальная сеть предоставила владельцам бизнес-профиля особый функционал. Рассказываем, какие же возможности стали доступными и что появилось нового. Блок контактов. Теперь на странице пользователи смогут увидеть три новых кнопки. Позвонить. Пока что указаны при регистрации аккаунта номер телефона. Электронный адрес. Социальная сеть автоматически формирует шаблон письма по указанным почтовым реквизитам. Как добраться? Перенесет подписчика на Google карту и высветит местонахождение компании. Статистика по каждой отдельной записи. После размещения новых постов можно посмотреть аналитическую сводку по каждой отдельной публикации. Для этого под постом необходимо будет выбрать «Посмотреть статистику». Всего доступны три параметра – охват, показы и вовлеченность. Если какой-либо из терминов вам не знаком, нажав на «Что это значит», можно посмотреть подробное описание каждого. Общая статистика. Выбрав значок трафика на главной странице, вы попадете в новую расширенную статистику с несколькими десятками параметров, которые можно посмотреть, а именно охват всех размещений, количество просмотров аккаунта и показов постов. Тут же будет отображаться число переходов по ссылкам на ресурс, кликов на телефонный номер и почту. Возможно использоваться фильтрами. Можно посмотреть, какие именно публикации были самыми популярными по выбранному критерию. Информация о подписчиках. Позволяет сортировать людей по полу, возрасту и месту проживания. Период максимальной активности аудитории. Показывает, в какие часы ваши подписчики выполняют максимальное количество действий на странице. Реклама и оплата без перехода на Facebook. Появилась возможность продвижения публикации напрямую из приложения, без захода в бизнес-аккаунт на Facebook. Под каждым постом теперь будет специальная кнопка «Продвигать», нажав на которую можно запустить рекламу. Оплатить услуги размещения объявлений теперь можно тоже, используя приложение. В основном меню «Параметры» появилась новая вкладка «Платежи». В зависимости от цели вашего проекта оформление будет отличаться, но есть общие рекомендации, подходящие любому бизнес-аккаунту. Рассмотрим их подробнее и ознакомимся с качественными примерами бизнес-аккаунтов. Аватарка. Так как эта социальная сеть основана на принципе просмотра изображений, фотография должна быть качественной и четко отображать тематику страницы. Название. Необходимо объяснить тематику проекта буквально в нескольких словах. Не забывайте, что в Instagram оно пишется исключительно латиницей. Информация об аккаунте. Нужно кратко указать преимущества работы с вами, описать уникальные предложения и показать, чем именно вы занимаетесь. Телефонный номер, почта, адрес. Эти данные требуется указать обязательно. Именно через них будет осуществляться коммуникация с клиентом. В этой статье мы рассказали, как сделать бизнес-аккаунт в Instagram и какие преимущества он дает. Используйте новые инструменты для продвижения собственного проекта. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки доступны в текстовом видео у вас в блоге. Ссылка будет в комментарии под этим видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.